4-3-1-2. У Манчестер Сити давняя история. Любопытно, что клуб из города Манчестер не всегда носил свое нынешнее имя. Первые годы своей жизни, в конце 19 века, он назывался Ардли. Так вышло, что вместе с профессиональным статусом клуб получил такое название, под которым играл первые 7 лет. Потом был переименован в привычный нам Манчестер Сити. А год спустя уже собирал по 20 тысяч человек на матч. Так выросла популярность футбола и этого замечательного клуба в Англии. Есть свисток судьи. Мяч ударом выгнан из центра. Начинаем. Полуфинал Лиги Чемпионов. Вот они, два претендента на финал. Муса Сисоко. Эриксон. Дели Алли. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Что ты делаешь? Стерлинг! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Уинкс. Я думаю, ты не удивишься, а Харри Кейне есть что-то интересное? Он очень здорово чувствует партнеров и является важным элементом в комбинационной игре своей команды. Кристиан Эриксен. Дэнни Роуз. Дели Алли. Сон Хюнмин. Уинкс. Когда бьются такой... Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Джон Стоунс, Кевин Де Брюйн, Бернардо Сильва, Фернандиньо, Серхио Агуэро. Мяч вперед идет к чужим воротам. Арбитр видел нарушение, но даст Тоттенхэму закончить атаку. Мяч у Дели Алли. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Мяч у Дели Алли. Я бы порекомендовал игрокам забыть о том, что это двухматчевое противостояние, и выложиться так, будто это... Свисток арбитра будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Кевин Де Брюйн. Кайл Уокер. Бернардо Сильва. Кевин Де Брюйн. Фернандиньо. Серхио Агуэро. Агуэро. Сильва вырезает передачу под открывание партнера. Действительно, здесь есть небольшой офсайд, так что арбитры правильно разобрались, да и момент был не самым опасным. Уинкс. Киран Трипьер. Сисоко. Сон Хын Мин. Хорошо мяч перехватили в атаке. Кайл Уокер. Давид Сильва. Бернардо Сильва. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду.
Кевин Де Брюйн. Терпеливо ждут они своего шанса. Не удел оставили оборот. Сильва! И Льорис в игре, справляется он с этим ударом без особых усилий. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Делле Алли. Харри Кейн. Сон Хын Мин. И разрезающий пас на ход. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Фабиан Делл. Давид Сильва. Де Брюйне. Серхио Агуэр. Агуэр. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Киран Трипьер. Давид Сильва. Бернардо Сильва. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Аут бросает Манчестер Сити. Фернандиньо. Агуэро. Де Брюйн. Давид Сильва. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Харри Кейн. И у соперника теперь мяч. Давид Сильва. Давид Сильва юркий, ловкий, почти неуловимый для соперника. Не устаю поражаться скорости, на которой он работает с мячом. У защитников наверняка голова идет кругом. Фернандини. Потерял он мяч, но кому он достанется? Харри Кейн. Главное, без нарушений. Лапорт. Кайл Уокер. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был Агуэро. Де Брюйне. Вот это пас Де Брюйне выдал сейчас. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. Обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Харри Кейн. Мусаси Соко. Винкс. Киран Трипьер. Мусаси Соко. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Бернардо Сильва. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Сильва. Отличный прием. Так держать. Сон Хын Мин. Сисоко. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Может получиться интересная атака. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отлично!
Опасный удар. Неплохой удар. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Рахим Стерн. Серхио Агуэро. Рахим Стерн. Серхио Агуэро. В его сторону идет пас. Муса Сиссоко. Долгий путь еще предстоит пройти командам в этом полуфинале. Во-первых, доиграть этот матч, а во-вторых, провести полноценный ответный. И шансы на выход в финал сохраняются даже у тех, кто сейчас отстает в счете. Но я уверен, что игроки обязательно держат в голове, что это противостояние состоит из двух матчей. Есть свисток!